Всем привет! Появилась очередная информация о халяве на PlayStation, хотел сказать, но нет. Халява для всех платформ, поэтому дерзайте, поскольку популярный Battle Royale Fall Guys, который в свое время навел шумиху и до сих пор держит ажиотаж, вдруг неожиданно перейдет на условно-бесплатную модель распространения. То есть, простыми словами, разработчики Fall Guys решили сделать свою игру бесплатной навсегда. Да, до этого игра, конечно, на релизе попала в подписку PlayStation Plus, чем, собственно, по большому счету и прославилась, потому что игра, как оказывается, была многими ожидаема, а вот ее бесплатно по подписке PlayStation Plus раздали, и все, кто хотели, в нее поиграли. Таким образом, у игры собралась неплохая аудитория, и на удивление, игра очень даже многим понравилась. И мне тоже. Но вот теперь игра перейдет в формат Free-to-Play, и произойдет это 21 июня. В этот же день для Fall Guys выйдет новый сезон, а вот те, кто купили игру за деньги, в свое время получат премиум боевой пропуск в новом сезоне, и это на самом деле круто. Я лично вернусь в игру, чтобы поиграть и прокачать БП, да и просто будет интересно в нее поиграть. Ну а вам спасибо за внимание, подписывайтесь на канал по желанию, всем пока.